Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamananga nada puharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagisha jasya vadane Lakshmir jasya ca vakshasi Jasya haste hidaya sambhi Tvam nishingam aham bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna tadya pada pankajo panjarante Addaiva maname vishatu manasarajahamsa Prana prayana samai kapha bat pitvai Kanthavarodhanam vidu bhajanam kise kutasti Krishna tadiya pada pankajo panjarante Addaiva mema vishatu manasarajahamsa Prana prayana samai kapha bat pitvai Kanthavarodhanam vidu bhajanam kutasti Gaurya Goshtipati Gaurya Goshtipati Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагангуру сказал, в нашем обществе есть группы преданных, группы, которые думают о собственном благе. Другие социальные слои, другие социальные группы кричат о публичном благе, то есть о социальном благе, о благе людей. Но преданные думают о благе Кришны. Шрила Прабхупада Парамахамса Джагангуру сказал, большинство людей, населяющих планету, кричат о личных интересах, о личных выгодах. Некоторые думают о интересах общества, но Прабхупада говорит, что преданные не склоняются ни к той, ни к другой группе. Они думают о служении Кришне. Мы, будучи преданными, хотим все, что у нас есть, предложить Ему, задействовать в служении Ему, поскольку Кришна является верховным наслаждающимся. Однажды Прабхупада говорил Харикатху. Дело происходило в Бангладеше. Парампуджат Кешава Госвами Махарадж в то время Винода был дома. А Прабхупада сказал во время Харикатхи, мы должны пожертвовать всем миром ради служения Кришне. То есть мы можем принести в жертву целый мир, только бы служить Шри Кришне, если потребуется для служения Кришне. В то время Шри Кешава Госвами Махарадж был молод. Услышав это, он подумал, ведь это саду. Как он может... Почему он так говорит? Пожертвовать всем ради небольшого служения Кришне? Я вижу, что это великий саду, но я не могу понять его слова. Затем произошло чудо. По милости Нитянанды Прабху, он смог все-таки осознать значение этих слов. Да, это правда. Мы должны, мы можем пожертвовать всем миром, принести в жертву целый мир для того, чтобы совершать служение Кришне. Этот мир негативен.
Прабхупад часто повторял, что этот материальный мир — перевернутое отражение трансцендентного мира. Таким образом, он в минусе, то есть поскольку майя управляет им. Даже крошечная пылинка с трансцендентного мира имеет позитивное значение, имеет ценность. Одна пылинка с Вайкунтхи, с мира Вайкунтха или Галока Вриндавана бесценна. Представьте, если на одну чашу весов мы поместим одну крошечную пылинку с трансцендентного мира, а на другую чашу весов поместим материальный мир. Так вот, там, где крошечная пылинка, чаша перевесит. Потому что материальный мир ничего не весит. То есть он, его значение по шкале исчисления в негативном... Негативно. Чем дальше вы продвигаетесь по исчислению в позитивном исчислении, тем больше возрастает число, то есть 1, 2, 3, 4. Но если вы двигаетесь в негативном исчислении, то есть в минусе, то есть значение все больше и больше уменьшается. Минус один, минус два, минус три. То есть уходите от нуля, и значение получается меньше, чем сам ноль. Так вот это о материальном мире. В одной из четырех шлок Шримад Бхагаватам говорится, Бхагаван Шри Кришна говорит Брахме. В материальном мире нет правды. Кажется, что это правда, истина, это не так. А, то есть то, что кажется правдой, правдой не является, а то, что настоящее, является настоящей правдой, не ценится людьми. Мы верим в то, чего нет. То есть верим в ложь и не доверяем правде. Это влияние майя. Это делает с нами влияние майя. Вы должны осознать эти строки. Я думаю, что хотя бы немного вы знаете бенгали и санскрит. Джата авасо означает, предположим, я стою на берегу озера. И в нем я вижу отражение луны, которая на небе. Когда вода в озере спокойна, она очень ярко отражает луну на небе. Но если маленький ребенок будет смотреть на это, он увидит две луны.
Но мы прекрасно знаем, что Луна всего одна. И несмотря на то, что в отражении она практически не отличается от той Луны, что на небе, мы понимаем, что это всего-навсего отражение. Если на поверхности воды волны, небольшая рябь, Луна, кажется, что Луна движется. Но в действительности Луна не двигается. Прабхупада говорит, что свою атму мы можем сравнить с Луной, которая отражается в озере. Когда на поверхности воды появляется рябь, она претерпевает волнение, но на самом деле, то есть как Луна не испытывает не совершает никакого движения во время того, как на глади озера появляется рябь, а лишь отражение в озере движется. Точно так же и наша атма, на самом деле, она не может претерпевать страдания. Парамахамса, несмотря на то, что пребывает в материальном мире, прекрасно понимает Шримад Бхагаватам, и Бхагаван говорит на этот счет, что Бхагават-таттва хоть и присутствует в материальном мире, но обычные живы не способны осознать ее в своем большинстве. На небе солнце. В пасмурный день солнце покрыто тучами. Я помню, когда я был маленьким, происходило солнечное затмение, и посреди дня, когда солнце светило в полную силу, произошло затмение, когда солнце полностью скрылось и стало темно. Полная темнота наступила. И даже птицы не понимали, в чем дело. Казалось, что наступил вечер. Однако был полдень. Если на небе не видно солнца, поскольку оно будет, если оно покрыто, заслонено тучами или во время затмения, неправильно будет сказать, что солнца на небе нет. Несмотря на то, что... И не нужно думать, что тучи покрыли солнце. На самом деле, тучи покрыли, как сказать, тучи заслонили от нас солнце. Солнце осталось на своем прежнем месте. На него ничто не влияет, поскольку говорится, что солнце в 14 раз больше, чем Земля. Но кажется, что оно может пострадать от какой-то тучи, но никакая туча не может накрыть и покрыть его. Она лишь покрывает, заслоняет от нас солнце. Именно так же Бхагаватам, знание Бхагаватам никогда не будет покрыто майей. Майя может покрыть нас, но не Бхагаватам.
Прабхупад часто говорил, что гуру, вайшнавы и бхагаваны оставляют за собой право являть себя нам или нет, являть себя нашим материальным органом чувств или нет. Вот, предположим, вы хотите начать свой бизнес. У вас есть какой-то первоначальный капитал, предположим, 50 тысяч. И вот сейчас ваш капитал — это ваш материальный ум, ваш материальный интеллект и ложное эго. Вот это ваш капитал. И к тому же, вдобавок к этому, тот опыт, который вы накопили к своим годам, то есть к настоящему дню. И вот вы считаете, что можете полагаться на ваш капитал и при помощи его достигнуть Господа. Прабхупад говорит про это. Наш материальный интеллект, материальное ложное эго, материальное образование, материальный опыт, который мы насобирали на протяжении нашей жизни. Так вот, и с этим капиталом мы стремимся познать трансцендентный мир. Но это невозможно. Сколько бы мы ни старались, ничего не выйдет. Прабхупад говорит, что гуру, вайшнава и бхагаван оставляют право за собой явить нам себя или нет. Но, по большому счету, Бхагавата-бхаджан очень прост. Настолько прост, что в этом материальном мире нет ничего проще этого. Я сейчас говорю факт. Хари-бхаджан настолько прост, что в бесчисленных мирах нет ничего проще. Но даже это трудно для вас, потому что вы полны ложного эго и не можете предаться лотосным стопам Кришны. Но вспомните шлоку, с которой я начал. Шлока — это слова Кула Шекхара. Кришно Тодио Пада Пада Панка Джанто Аддайбе Аддайбе Маноме Бишатур Манусара Джанса. Со слезами на глазах он говорит, он сравнивает свой ум, он сравнивает ум с лебедем, который хочет принять прибежище у лотосных стоп Господа. Он говорит, мой ум хочет прийти к твоим лотосным стопам, припасть к твоим лотосным стопам. Моя жизнь подошла к концу. Наступают мои последние дни. Я не способен даже вымолвить имя Кришны, потому что мой голос обрывается. Во время смерти я не могу вымолвить и слова. Вот эти строки показывают подлинное смирение Кулакшекхара. Так вот, Кришна Бхаджан очень прост. Нараяна Бхаджан очень сложен, но Кришна Бхаджан очень прост. Почему? В Чайтанья Чаритамрите это объяснено. Там говорится, что все, что вам нужно, обрести любовь к Кришне. Для Кришна Бхаджана необходимо лишь, чтобы Кришна взглянул на наше сердце. Если вы не хороши с собой, не богаты, не образованы, ничего у вас нет. Но Кришна видит, что ваше сердце прекрасно, мягко. Этого будет достаточно.
Кришнадас Кавираш Госвами поэтому и пишет, что если у вас есть любовь к Кришне, все решено. Кришне не нужны никакие подношения, ничего, кроме любви. Если вы откроете Венугиту, то увидите, что... Четыре года назад я говорил о Венугите. Так вот, там говорится, что... Животные и птицы обладают любовью к Кришне. Телята пьют молоко коров, но когда Вамшидхани начинает звучать, когда Кришна начинает свою игру, они прекращают пить и начинают пить нектар его флейты. Его, их уши превращаются в стаканы, в которые они набирают нектар флейты Кришны. Кришна — раса вайсаха. Он — единственный источник всех рас. В материальном мире, в трансцендентном мире, напрямую или косвенным образом, они приходят из... Мы знаем, что существует Сандини Шакти, Самвит Шакти и Хладини Шакти. Весь мир бежит за ними. Самвит Шакти, изначальная Самвит Шакти, изначальная Хладини Шакти находится в трансцендентном мире. Хладини Шакти — это наслаждение, которое исходит от Бхагавана. Именно при помощи Хладини Шакти Кришна доставляет удовольствие своим преданным. Вчера я говорил, что когда Шакти присутствует в сердце, Антаранга Шакти, то есть когда она входит в сердце преданного и выходит в форме преданного служения, она становится настолько сладостна, что Кришне не терпится вкусить ее. Прабхупад часто повторял, что бхакти — это естественная функция души. Очень часто он говорил об этом. Но это не означает, что вы можете взять, просто взять и начать бхакти, когда вам вздумается. Да, оно является естественной функцией души, то есть оно — богатство души. Однако оно может пробудиться лишь благодаря общению с чистым преданным. Коренная причина Кришна-бхакти — это саду-санга. Почему, казалось бы, ведь часто мы слышим полностью противоположное утверждение. Да, бхакти является изначальной функцией души. Мы никогда не говорим, что мы вечные бхакты Кришны. Мы говорим, мы вечные слуги Кришны.
That doesn't mean the relationship that the father and son is missing. Son is missing. Son is missing, but the relationship. Даже если долгое время сын находится далеко от отца, это не означает, что он... То есть концепция сына остается, сына и отца. Бхакти сокрыта в нашем сердце, и мы не можем сами пробудить его. Према — это также бхакти. Ведь мы говорим према бхакти. Поэтому это правильные слова. Not that by your sadhana, by your personal effort, you can get bhakti. Prem. This way. You will have to depend upon своими усилиями невозможно обрести бхакти, прему. Необходимо положиться на преданного Кришны. Татру муллому, лоуллому пи муллому экалам, джанма кути, сукритоир налапете. То Махапрабху also. So, we are never speaking jive swarupa krishna nitya bhakti. Because bhakti can develop this way. Bhakti can develop. Now point is there that this ladini shakti, originally ladini shakti is there in aprakito jaga. В своей первоначальной форме изначально ладини шакти находится в трансцендентном мире, а ее отражение находится здесь, в материальном мире. То, что мы видим в отношениях мужчины и женщины, мужа, жены, разнообразная любовь проявляется в материальном мире в своих разных формах. И она не что иное, как отражение хладини шакти. Майя Деви устраивает так, что Джива в обусловленном состоянии любит друг друга, вступает в различные отношения и так далее. Майтрея спрашивает, ты... Ты дал нам это, принес нам свой дар. Сможем ли мы обрести высшее благо, обрести бхакти тебе при помощи этого? Нет. Тогда зачем нам это? Если при ее помощи я не смогу обрести брахма-таттву, к чему она? Джагьявалка сказал в ответ. В этом мире люди в большинстве находятся в неведении. Они думают, что деньги принесут им счастье. Но поскольку в сердце каждого из нас атма, мы испытываем определенные чувства друг к другу. Мы можем любить друг друга, но если бы атмы в сердце не было, не могло бы идти речи о любви. И пока параматма в сердце, мы можем любить того или иного человека. Благодаря Сандини Шакти этот мир существует, он образован при ее помощи. Все, что мы видим здесь, здания, цивилизация и так далее, все это тень Сандини Шакти. А Самвид Шакти в трансцендентном мире, когда мама Ишода думает, что
Кришна — это ее сын, а сын Кришна думает, что это его мать. Это проявление самвит-шакти. А она же в отраженной своей форме, в материальном мире. Представляет собой любое доступное в этом мире знание. Тень знания. Итак, сейчас Бхагаван Шри Кришна дает ответ нашему Удаве. Ten kind of thing. There, Uto is one. Follow in. Uto means karma vasana. Every jiva like to do something. Every atro sargo visarga sthanam posana mutayu manantar ishanu katha nirodha mukti rasraya. The ten factors are the most vital thing. In bhajan, one is ashray, centering Krishna, or infinity world is running. Center one Krishna. So, uto mane karma bhashana. According to your karma fall, you are feeling some inspiration to do something, good or bad. В соответствии с нашей кармы, мы с нашими самскарами, мы испытываем желание заниматься той или иной деятельностью. Итак, что бы мы ни делали, каждое наше действие все больше заковывает нас в материальном мире. Джива может совершать как хорошие, так и плохие дела, но она не может бездействовать. В материальном мире существует начало и конец. У материального мира есть начало и конец. Об этом же говорится в Бхагавад-гите. Бхагаван говорит Арджуне. Джейхи санспарсаджа бхогаха дукха джанай эвате адьянта банта кантео на тешу рамате бхогаха. Те, кто по-настоящему разумные, никогда не бегут за материальными наслаждениями, потому что они ясно понимают, что наслаждение продлятся всего пару минут. Да, наслаждение есть, бесспорно, потому что зачем так бегут, так отчаянно бегут люди в материальном мире? Они бегут за наслаждениями, которые реальны, но они слишком краткосрочные. Кришна объясняет, Арджуна, каждый вынужден бежать за материальными наслаждениями в материальном мире. Но те, кто по-настоящему разумны, осознают, что те чувства, которые доступны в материальном мире, те наслаждения, которые доступны в материальном мире, возможно воспринимать лишь при помощи материальных органов чувств. Каждый наш орган чувств хочет по-своему наслаждаться. А мы обязаны, вынуждены удовлетворять их, потому что мы находимся в оковах майя. У нас нет выбора. Мы вынуждены делать это. Бхагаван говорит, что тот, кто по-настоящему разумен, осознает, к чему приводит
наслаждение. Майя Деви приносит нам, показывает нам наслаждение. Но по-настоящему разумный человек подумает, понимает, к чему они приведут. Что бы вы ни предложили, таттва-вид Пуруша, он не побежит за этим, эти наслаждения не привлекут его. Не привлекут ни одного по-настоящему разумного человека. В материальном мире люди полны желаний действовать, и на это их толкает душа. То есть изначальная, то есть естественная функция души — действовать, но в отношении бхакти. Но поскольку бхакти сейчас в скрытой, дремлющей форме, джива действует для того, чтобы удовлетворить свои материальные интересы. Одна страна начинает сражаться с другой, полностью разрушается, одна из них полностью уничтожается. То есть это происходило и происходит. Иногда, то есть в этом мире происходит как разрушение, так и возникновение нового. Хоть вы и хотите, страстно желаете совершать материальную деятельность, ее результаты не приносят настоящего блага. Ведь благо может принести только лишь действия, направленные на атму. Мы не являемся этим телом. Мы можем накормить наше тело хорошим просадом, но кто будет чувствовать удовлетворение от него? Тело, но не атма. Это не, то есть пища — это не пища для души, это не то, что пища для тела, это не то, что нужно душе. Атма получит полное удовлетворение лишь от бхакти. There is no cause, no reason for why. You like your doing. You like, you love. Why? There is no self-interest. That's why when Bhagavan speaking to Prahlad, you ask когда Бхагаван говорит Прохладу, no self-interest is there between you and me. Our relationship is very pure. You are not asking anything from me. I never ask. Ты ничего не просишь у меня. So why should I ask? But no, you ask something. Попроси у меня что-нибудь. Я хочу исполнить твое желание. Я лучший среди благословляющих. Я высший среди благословляющих. Я могу дать все, что ты захочешь. Прохлад Махарадж долго отказывался просить что-то, но в конце концов сказал, раз ты настаиваешь, если ты хочешь благословить меня, благослови меня, чтобы я никогда не испытывал каму. Пусть любая кама исчезнет из моего сердца. Прохлад Махарадж необыкновенно разумный бхакта.
Пусть в моем сердце не останется никаких корыстных интересов. Пусть никакие корыстные интересы не будут разделять меня с Бхагаваном. Если в сердце еще остаются какие-то корыстные желания, бхакти в нем не сможет проявиться полностью. Когда сердце полно бхакти, преданного уже не остановить. Вспомните, мог ли кто-то остановить Рагхунатха Даса Госвами, который несся к Чайтанья Махапрабху. Да, вначале его отец поймал его и не отпускал, но затем, когда бхакти достигла пика, уже ничто не могло остановить его. Точно так же, как гопи. Никто и ничто не может остановить гопи. Это и есть настоящая бхакти. Because material people, their brain is channelized into different parts. One going to here, one there, one there. Материалисты. Their brain is not channelized single, not there. Which is called in Gita Nishchatika. Их интересы направлены в разных направлениях. То есть их разрывают материальные желания. Если вы будете бежать в разных направлениях, вы не достигнете цели. Цель должна быть одна. Ваше сердце, ваш ум, все ваши ресурсы, ваши энергии должны быть направлены в одно русло, по одному каналу. И как я сказал прежде, этот канал должен быть экаян падати, то есть при помощи предания Шри Гуру необходимо совершать преданное служение. Акинчана бхакти — это бхакти, когда нет никаких других интересов, кроме служения Господу. Откуда материалистам взять хорошие качества? Если в их сердце нет бхакти, в Шримад Бхагаватам говорится, что собакоед гораздо лучше, чем брахман, у которого нет преданности. Благодаря бхакти мне самые низкие по происхождению люди достигают совершенства. И этому много примеров. К примеру, Шаубари. Шаубари была из самой низшей касты, которая только существует. Но она достигла высочайшего уровня, даже, то есть Рамачандра показал, что она выше даже Муни и Риша. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: я всегда бегу за своим чистым преданным.
Почему удивился Удава? Зачем? Чтобы защитить их? Нет. Моя Сударшана всегда защищает моего преданного. Я просто хочу сам бежать за ним. Почему? Потому что когда мой преданный идет, пыль с его лотосных стоп поднимается и умощает мою голову и все тело. И при помощи нее я очищаю все миры, которые находятся во мне, в порах моей кожи. То есть зачем я бегу за своим преданным? Для того, чтобы очиститься, говорит Кришна. Бхагаван говорит, что каких бы материальных наслаждений не достигла дживатма, она так и не обретет удовлетворения. Посмотрите на богатых, казалось бы, успешных людей общества. Разве они счастливы? Разве они достигли удовлетворения? Они думают, о, будут выходные, пойду в клуб, буду пить и танцевать там, наслаждаться с девушками. Но так и не получают никакого удовлетворения. Чистые преданные. Мои лотосные стопы, говорит Кришна, источник всех наслаждений. Поэтому тот, кто смог сконцентрировать свой ум на моих лотосных стопах, их наслаждение не сравнится с тем, что испытывают люди в материальном мире. От доступных здесь наслаждений. Разве может материальный мир дать такие наслаждения? Чистый преданный находится на нейтральном уровне, то есть на него не влияет майя. А влияние майя очень опасно. Помните, однажды я объяснял эту шлоку? Очень мудрые слова. До тех пор, пока вы не достигнете нейтральной платформы, вы не сможете следовать дхарме. Ни одной из дхарм этого мира. Потому что вы не беспристрастны. Майя сантушча манасаха сарваха сукха майя диша. Диша. Бхагаван speaking, акинчанасса. Those were акинчан. Бхагаван говорит, нишкинчана бхакта. Акинчан means the only property in your life is нишкинчана — это тот, в чьей жизни нет другого богатства, кроме Кришны. If you depend upon your
Если вы полагаетесь на свой банковский счет, на страховку, на отца, на наследство, вы не можете считаться окинченной. Окинчина зависит лишь, полагается лишь на лотосные стопы Шри Кришны. Если окинчен, если Кришна захочет, чтобы я стал нищим, я с счастьем приму эту долю. Когда я жил во Вриндаване как нищий, я был доволен. И сейчас я точно так же доволен. Как только я увижу, что кто-то может занимать эту вьясасану, я просто уйду, оставив его вместо себя. Я знаю, что весь мир может... бросать мне вызов, что моя единственная цель, мое единственное желание — это защитить учение моей сампрадаи. Все, что я делаю, исключительно ради этого. Я не строю никаких храмов и ничего подобного. Все, потому что все, что я хочу, это защитить учение сампрадаи. До своей смерти я хочу увидеть своего представителя, то есть того, кто будет говорить в точности то, что говорил Прабхупада, то есть тот, кто сможет защищать учение нашей сампрадаи. Люди, как правило, думают, что я хочу враждовать, хочу критиковать, но это совершенно не так. Все, что я хочу, просто защитить учение сампрадая. Если вы видите во мне недостатки, скажите мне об этом, и я с радостью исправлюсь. Итак, окинчан — это тот, кто полностью зависит от лотосных стоп Шри Кришны, как это было в случае Кришнадас Бабаджи, Кришнадаса Кавираджа Госвами. Это и есть принятие Кришны как центра своей жизни. Мое единственное прибежище — это лотосные стопы Шри Чайтаньи. Таким должно быть мое настроение, мое, ваше, настроение каждого. Но проблема в том, что наше настроение не такое. Бхагаван говорит, наступит день, если Нитянанда когда-нибудь благословит вас, вы увидите, что весь мир полон счастья. Мы сейчас видим боль, страдания, видим все в негативном свете. Завтра я поговорю об этой шлоке. На сегодня постарайтесь понять то, о чем мы говорили. Завтра мы поговорим о настроении Прабхунанда Сарасвати. Я мечтаю о том, что наступит день, когда я смогу достигнуть такого положения, такого состояния ума. Майя сантушта манасаха сарва сукха майя дишаха. Бхагаван говорит, окинчан, нишкинчан — это одно и то же. Тот, кто окинчана, окинчана бхактасия, то есть все его органы чувств под контролем, точно так же, как ум. Шамамин — интернал баланс, интернал контролинг, дамамин —
external controlling of your sense organ. Shama and Dhamma almost same, but this internal controlling, outside control. Only outside controlling, internal not that big problem. So you see the word, you see the mood of Krishna. Krishna speaking this way. Exactly. По этим словам можно понять настроение Кришны. Акинчанасо, дантасо, шантасо, самочитаса. And naturally, when you are акинчан, when you are данта, when you are санта, если вы акинчана, если вы санта, then automatically you cannot have any disturbance. Automatic, it's an automatic, no? Then you can... Ничто не сможет обеспокоить вас. Equal sight. Ничто не сможет побеспокоить вас. Все вы будете видеть в одном свете. То есть не будет у вас больше врагов, и не станете вы больше делить этот людей на добрых и злых, на врагов и друзей. So Maya Santushta Manasaha, Udhav, those who are satisfied with my, with me, those who are already satisfied with me, naturally you can find the whole world full of bliss. Удава, тот, кто обрел бхакти, мне вокруг видит одно лишь счастье. Когда мы видим весь мир, связанным с Кришной, мы видим вокруг счастья. Как Нитьянанда. Нитьянанда в переводе означает вечное ананда, вечное счастье, наслаждение. Итак, завтра я буду говорить о шлоке, с которой я сегодня начал. На сегодня я остановлюсь.